Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и случайные зрители. Перед просмотром просьба поставить лайк этому видео, и если не сложно, напишите хоть какой-нибудь комментарий. В возрасте 77 лет в Санта-Фе в Нью-Мексико скончался американский кино- и телеактер Тим Доннелли. Об этом сообщает Deadline. Причина смерти пока не названа. Доннелли родился 3 сентября 1944 года в Лос-Анджелесе. На экранах дебютировал еще в 1957-м в «Малыше Нельсоне» Дона Сигела и далее сыграл в двух десятках фильмов и телешоу. Самый известный образ артиста – веселый пожарный Чет Келли из немаловажного сериала «Критическое положение», выходившего с 1972 по 1979 года и живописующего будни пожарной Лос-Анджелесской бригады. Музей пожарной охраны округа Лос-Анджелес разместил в своем официальном Facebook проникновенный некролог. Среди других проектов актера – «Команда А», «Калифорнийский дорожный патруль», «Вегас», «Биджи и медведь», «Части ужас клонов», «Кошмар дома на холмах», «Адам 12».